Нет, а хули, мне похуй как, говори как. Мне без разницы, если упадет ко мне, чтоб претензий потом не было. Ладно, первый раз такое дело. Я имею в виду такие эти самодельные габионы. Нихуя знает. Что-то я как-то это весь в сомнениях, нормально ли это. Ну ладно, им виднее, правильно? Нет, конечно. Ой, блядь, нихуя себе трактор. Перемещается трактор взад-вперед. Наверное, все, надо теперь заезжать другой стороной. Наверное. Такие задачи надо выполнять только по командам. Ну его нахер. Все получилось сейчас 15:30, ну короче 14:07, ну час у меня ушло, час 10 может, короче сижу не могу, вот все, сейчас думаю, блин, обделаю полные штаны, говорю, надо в туалет срочно идти, но провели в дом, короче, вот такая херня. Что-то живот с утра как начал болеть. Нет, два уровня, нижний уровень, так там. Короче, в дом выходил в нижний уровень, не в верхний. Точно обгажусь. Ну все, 6 рублей. Кассе есть. Вот это здесь я песок забирал. Вот эти провода, которые меня напрягали. Очень. Сейчас на обед. Thank you.
Малику съездить. Внутри ручья вот там вот. Вот мост. Вот он говорит отсюда, от моста до туда 5 километров. Ну, может быть, 5 километров. Я, конечно, сомневаюсь. Короче, 5 километров навряд ли. Вот этот мост, сам мост, он, насколько я помню, 2 километра. Как, может быть, 5, вон до туда, там, где пароходы стоят. Сомневаюсь. Ну, я говорю, там ехать долговато, потому что там это, как его, дорога такая. Ну, может, и, конечно, закатали, сейчас сделали дорогу хорошую, я не знаю. Но была, конечно, убогая дорога. Просто, ну, фиг его знает. Чувак, на УАЗике на красный стояли, вот стояли. 3 еще горит секунды красного, даже желтый не загорелся. Там еще, знаете, как 3 секунды прогорит красный, потом желтый включится, потом зеленый. Он уже поехал, блядь. На 4-й секунде он уже поехал. Ну, красный горит галимый. Вот просто галимый красный. Зачем ехать в наглую? Вот нахуя? Бывает, ладно, не успеваешь, там, блядь, как бы, да, большой перекресток. Но зачем на красный выезжать вот в наглую, в наглую? Номер О-135ТК-03 регион. Вот, ну, блядь, для чего это делать? Раптором покрашен, что ли? У патриота патриот. У него это... озоновая установка, это что ли, установка что ли, блять, водородная. Не вижу отсюда. Обра... хуй, не вижу, что там написано. Тоже на авторынок едет. Зачем на красный ехать, я нихуя не понимаю. Стоит 150 машин и надо... фу, нихуя гелик газанул, синевой. 29-й регион. Зачем ехать на красный? Типа ты, тебе похуй, ты такой крутой, что ли? Ну или что? Авторынок. Интересно, какой он контейнер пойдет? И кто там за рулем? Спросить у него, зачем он на красный поехал?